ТВ. Следи за теми, кто кланяется ниже всех. Что-то в этом роде. Тебя вовсе жестокий мир. У тебя осталось так мало союзников. Возможно, вам стоит поговорить с Гепатией. Она решила пожить на корабле. Ей надо выбраться из Адермира. Хоть ненадолго. Окружающие не видят меня. Когда ты зовешь меня, я здесь. Эти гвардейцы хотели меня... А, вот вы где. Побудьте со мной немного. Что вы помните? Мне нужно найти Антона Соколова. Думаю, он сможет пролить свет на планы герцога. Моя память подводит меня. Герцог близок с великим изобретателем Кирином Джендышем. Джендыш вообще не способен к состраданию. Но он восхищается Соколовым и презирает его. Мы были у Арамиса Стилтона. Тот мне понравился, но потом произошло что-то дурное. Дальше лишь обрывки воспоминаний. Простите. Попробуйте отдохнуть. Может, вам станет лучше. Надеюсь. Мне кажется, я еще не вполне осознаю, что вы для меня сделали в Адермире, но я ваша должница. Спасибо вам. Слышал историю о мореплавательнице, навеки окутанной туманом. Туман следовал за ней через моря. Я та самая женщина. Надеюсь, ваша подруга не потопит корабль. Все? Выходим. Ладно, выходим в море. Джиндаш очень важен для дружков герцога. Его особняк охраняет гвардия. И с чужаками они не церемонятся. Значит, световая стена перекрывает проход к станции. Да. Но поблизости есть подпольная лавочка. Там продают всякий запрещенный товар. Приходилось пользоваться монтажным инструментом? Да, но давно это было. Хорошо. Проберитесь сквозь световую стену, потом садитесь в экипаж и отправляйтесь к Джиндашу. Люди не зря боятся его особняка. Еще увидимся. Корва, разберитесь с этим безумцем и его машинами. И верните Соколова, он мне очень дорог.
Кажется, наши мосты рассыпаются, что люди покидают наши города. Но я смотрю в окно и вижу, что это ложь. Черконос — богатая земля. Да, кое-кто беден. Ленив. Да, в нашей столице есть заброшенные дома, населенные трупными осами. Но трупные осы были всегда и всегда будут. Так устроен мир. Вещи гниют, разрываются. Как ты мне, пусть хоть в бездне забудут. Мне и без них забот хватает. Можете написать это на моем огороде. Есть костик. Пора собрать трофей. А ну вернись! А? Проклятие на мою голову! Когда-то это был мой мир. От самых северных берегов до южной Карнаки. Рядом ходит. Что-то мне сыкотно. Вот сука! Куда он делся? Я и говорю, по мне так надо просто заплатить штраф и успокоиться. Что тут уже ругаться? Давай, выходи, где ты там? Я тебя все равно найду. Бежать некуда. Яростных ветров и глубоких шахт. Знай свое место. Ну давай, мне не до шуток. Потери. Самых северных берегов до южной Карнаки.
Я расскажу тебе о Кирине Джиндаше, вундеркинде из Карнаки. Джиндаш. Сперва Академия натурфилософии назвала его гением, который положит начало эпохе просвещения. Но всего через 2 года после прибытия его навсегда исключили из Академии. И причины этого до сих пор не называются. Когда его изгнали, он оставил машину, которая пила морскую воду и играла музыку, доводящую до слез. Ее сразу же разобрали, и с тех пор она не заработала.
спасенные, нищие и забытые, беспризорники, сироты и попрошайки. Кто станет их голосом? С этим городом. Все должно было быть иначе. Скучно. Что ж никого нет-то? Ты нас выдашь? Долго еще ждать, пока этот аристократишка доковыляет? Что-то долго. Эй, ты есть хочешь? Не лучшее, конечно, место для засады. Стражники занимаются вымогательством. Трупные осы расплодились. Уже людей на улице не увидишь. Зарабатывать на жизнь все труднее. Зараза, что? Эй, погляди, здесь точно есть чем поживиться. Это ж на его голову дают кучу денег. Ну давай, мне шуток! Что? А вдруг он тут рядом ходит? Он не мог далеко уйти. Ты не сможешь! Ты рядом живешь! Не уйдешь! Вылазь, я тебя не трону. Он вперед! Я его отлеплю! Кончай его! В этой маске ты круто выглядишь! Я тебя пополам разрублю! Зарабатывать на жизнь все труднее. Бежать некуда! Что тут происходит? Где ты прячешься? Когда гвардия пришла туда и увидела трупы с личинками, то спалила дом дотла. И соседние тоже. Они могли просто обкурить все дымом. Так или иначе, драгоценностям конец. Денег мы не получим, да? Не отчаивайся. Просто все будет сложнее, чем я думала. Столько трупных ос здесь еще не было. Что же мне так не везет, а? Сейчас каждый сам за себя. Ночью вернемся и откопаем драгоценности. А потом рванем из Карнаки.
бросить их. А, ну, ты снова здесь! Вечером идем играть в кости. Ты с нами? Думаешь, в этой маске ты круто выглядишь? Что тут творится? Я тебя попал... Милорд, вам не следует ходить по улице без телохранителей. Я уже устал. А ты по сторонам! Нет, нет, нет. Я знаю, ты где-то здесь. Не следа. Здесь не только разложение и боль. Не отчаивайся. Здесь есть и добро. Все равно делать больше нечего. Зараза, что это было? Постоянный раздор, власть, алчность, похоть. А я дала бы что угодно, только бы еще раз взять тебя за руку.
Проклятие на мою голову! Эй, ты! Помоги-ка! Давай-ка все сюда! Что? Труп? Ушел! Сучок. Здесь? Что? Да я тебя на куст! Кончай его! Он не мог далеко уйти. Что за... Что тут случилось? Эй! Земля высоких деревьев, яростных ветров и клубов.
глубоких шахтах. Океан же для тех, у кого есть судьба. Ходи! Где ты там? Ну давай! Вот зараза! Вот сука! Куда он делся? Мне так надо просто заплатить. Где штраф, ты? Успокоиться. Знаешь, кто тебя ищет? Кто тут уже ругаться? Вылазь! Я тебя не трону. Друг? Здесь? А? Что? Что? Зараза! Опять! Там вот ты где! Что? Милорд, вам не следует ходить по улице! Я тебя по... Он тут! Ну же! Куда ты? Стоп! Да я тебя на куски порежу! Да ну! Я раздавлю тебя! Такое нельзя пропустить. Везде ищите! Всем быть начеку! Полный рабочий день. Тут кругом смешно. Откуда ей вообще кому? Знать, что такое полный рабочий день? Ну, конечно. Нет,
делаю? Ты! Помоги-ка! Сюда! За мной! Я тебя пополам разрублю! Эта маска прям пора умирать, старик. Он тут. Думаешь, в этой... Кончай его! Это не... Как это изменилось? Не запари ты, не запускай, порежу. Лежать некуда! Жив. Сейчас исправим. Ищешь драки? Не уйдешь. Никуда ты не денешь. Вот ты где. Проклятие на мою голову. Я тебя не трону! Ну давай, мне не до шуток!
как у тебя все здорово вышло. Только ты не расслабляйся. Эти ребята с ворванью, может, еще где-то здесь крутятся. Нужна была ворвань. Бери. Ее нелегко стянуть, кстати. О, нет, ты облажалась. Нужен еще один баг, иначе взрыв будет слабым. Поверь мне на слово. Ладно, ладно. Про взрывы я ни хрена не знаю. Потом схожу, достану еще ворвань. Отлично. В таком деле спешить нельзя. Тут нужно действовать спокойно. Вечно тут торчать тоже нельзя. А то еще донесут про нас стенателям. Ну ладно, я все поняла. Еще один баг. Нарываешься?
Действительно, Карнака пришла в упадок. Но своей помощью, быть может, она избежит окончательной гибели. Почему столь многие владеют столь немногим? Все должно быть иначе. Пожаловать. Надо думать, вы клиент привередливый. Кого-то вы мне напоминаете. Я давно не бывал в Карнаке. Мне нужен монтажный инструмент, наподобие того, которым пользуются гвардейцы. И без вопросов. Ясно? Да, сударь. Но прямо сейчас я вам помочь не могу. Ко мне сейчас люди придут, и не могу обещать, что они будут вежливы. Но вы понимаете. Все, Паул идет. Позже. Понятно. Уходите. Поторгуем в другой раз. Я же... Говорю, сюда идет Пауло. Быть не может! Все, давайте, прячьтесь. Если выйдете, вас заметят. Спрячьтесь пока. Потом делами займемся. Есть что-то? Вот ты где! Пора умирать! Что тут происходит? Стой, не мог далеко где? Уйти! Я тебя все Давай, равно выходи, найду! Где везде ты там? Ищите! Слишком Мне много. Не до шуток. Не спрячешься. Везде смотреть. Это Ты хитрая тварюга. Ты не сможешь прятаться вечно. Мне не до шуток. Выходи. У тебя нет шансов.
Вот сука, куда он делся? Где 1-12, там и все. От нас не убежишь. Где это здесь? От меня не спрячешься. Власть, я тебя не трону. Найдете чужака, с меня бутылка. Где ты? Знаешь, что тебя ищет? Че за хуйня? Что ей так было? Они умирают, становятся крысами. Сейчас проверю. Нет, вроде. Еще крысами. Я покинул этот мир. А что мне делать-то? Всем быть начеку. Похоже, сбежал. С катертью дорожка. Нужно 8 тесаков. Короткий, не хлам. Сталь из марли. Я вас поняла. Точно? В тот раз ты мне такие железяки продала, что кромку не держали. И от доспехов отскакивали. Меня саму обманули. Но я возмещу ущерб, Паула. 10% скину. 30%. Ты же молодец. Даю неделю. Идет. Я сама сглупила. Мне очень жаль. Будут у тебя тесаки. Да, да. Все так странно. Смотрители в пыльном квартале, ведьма на троне. Богатеев защищают эти часовые солдаты. Прибыль падает. Но если я добьюсь своего, ты уже через год Карнаку не узнаешь. Он где-то здесь. Я знаю. Секунду. Меня аж трясет от страха. Пока мы этого не поймаем, я буду вся на нервах. Прячьтесь. Если выйдете, вас заметят. Спрячьтесь пока. Потом делами займемся. Мне не досудок. Выходи. Эй, кто здесь? Я тебя все равно найду. Везде ищите. Давай, выходи, все, генерал.